Перевод Антонио. Закадровый текст читают Dead Snow и Дэн 904. Релиз группы «Колобок». Фильм переведен и озвучен для сайта cinemania.cc. Фильм Энтони Леонардо Третьего. «Ничего не бойся». В ролях Энн Хэтч. Джеймс Таппер. Итан Пэк. Ребекка Брендес и другие. Композиторы Николас О'Тул и Слэш. Оператор Мартин Коппен. Сценарист Джонатан W. Симмилс. Режиссер Энтони Леонарди III. Точно, как сказал пастор Кингсман. Съезжаем с платной, потом 6 миль по... Он не знает, ну надо же. Как там ее? Старая липовая дорога? Ребекка, помоги папе. Ребекка. Кажется, мы заблудились. Извини, пап. Все нормально. Я их уже видела. Видела что? Да все это, все кажется одинаково. Даже не знаю, то ли ты свернул налево не там, то ли направо. Или надо было свернуть два раза налево. Ты помнишь, когда мы поехали не туда? Он поехал направо и выехал непонятно куда. Направо? Оказались на... Он сделал это дважды. Это не совсем так. Это неправда. Не совсем так. Ты дважды проехал по кругу. Слушайте, это был тот самый сарай. Я уверен, что мы поехали правильно. В общем, не то, чтобы я не доверяла вашей разумности, капитан. Но может, остановимся и спросим? В этом есть смысл. Давай, спроси. Ладно, схожу, спрошу. Я прислушиваюсь к семье. Поворот не туда. Там вроде кто-то есть. О, боже. Ну все, хватит. Аллилуйя. Вот это слово мне нравится. Давайте его повторим, когда выясним, где мы. О, как тут здорово. 10-й раз уже на это смотрим. Знаю. Прости, Дэн. Ладно, сейчас спросим. Ладно, Кристофер. Пошли. Увидимся через минутку. Удачи. Что-то мне подсказывает, что супермаркета в этом городе нет. Супермаркета? Брось, тут наверняка даже туалеты на улице. Эй! Здравствуйте! Здесь есть кто? Эй!
Извините? Что-то ищете? Извините, да. Мы увидели вашу ферму и... Вы заблудились, что ли? Если честно, пожалуй, заблудились. Паре миль есть заправка. Возьмите там карту. Мы просто искали город Стол. И кажется, где-то повернули не туда. Но мы пойдем, не хотим вас беспокоить. А вы не новый пастор? Вообще-то да. Откуда вы знаете? Пастор Кингсман попросил присмотреть за вами, убедиться, что вы в порядке. Я очень рад, что вы добрались, пастор. Уже начал беспокоиться, ваш фургон проехал пару часов назад. Рад слышать. Моя жена будет очень рада это услышать. Мы далеко от города? Нет, совсем нет. Всего в паре миль. Я пастор Дэн Брэмфорд. Приятно познакомиться. Это мой сын Кристофер. Крепкое рукопожатие, сынок. Да. А я Мейсон. Рад знакомству. Я просто подгоню свой пикап. Можете пойти со мной. Ладно, это здорово. Я же говорил, мы не заблудились. Эй, милая! Добро пожаловать в Стол! О, нет, ты шутишь? Дай пять. Я привез вас сюда. Ты справился? Я же тебе говорил. Отлично. Он подгонит свой пикап и сопроводит нас до города. Боже, что делает этот парень? Я не знаю. Тебе лучше не смотреть. Тебе тоже. В машину. В машину. Давайте, ребята. Ну что, готовы? Да. Я поеду вперед. Спасибо, Мейсон. Отлично. Дети впервые увидели деревню. Больше не нужно. Город не такой уж и маленький, Ребекка. Это главная улица? Что это? Мороженое? Кристофер хочет туда. Это наш? Думаю, да. Это он. Неужели он? Да, ваш дом. Поверить не могу. Мэм, извините, что не встретился с вами на ферме. Я Мейсон. А я Венди. Боже. Это великолепно. Рад, что вам нравится. Рад, что довез вас. Боже мой, какая прелесть. Привет, привет. Извините, осторожно. Бекки, Ребекка. Все нормально, пап. Можешь звать меня Бекки. Очень милый дом. Да. Большая перемена. И прежде всего для тебя. Помогу твоей маме.
Извините, привет, спасибо. Вы можете мне помочь? Я в растерянности, мы только что переехали. Давайте помогу. Я не знаю, что происходит. Грузчики просто все оставили на земле? Нет, нет, они хорошие люди. Просто подумали, что вы бы не хотели видеть незнакомцев около дома. Прихожане пришли помочь. Пастор Кинсман. О, пастор Брэмфорд, как поживаете? Я хорошо, думала, хорошо. Вы грузчик. Мне так жаль. Сегодня я грузчик. Кто знает, кем я буду завтра. Я говорю за всех. Чтобы не сказано, рады вашему прибытию. Спасибо. Ну, думаю, 6 штатов, 3 детей, бесчисленные стоянки для отдыха. Думаю, нет никого счастливее нас. Полагаю, это правда. Возьми, Дэн. Крупкое. Конечно. Столовую? В столовую, джентльмены. Ладно, пошли. Ты тут будешь капитаном. Я знаю, спасибо. Ах, да, извините, это, кажется, в гостиную. Спасибо. Привет, солнышко. Привет. Можешь поверить? На кухне, спасибо. Отлично. Даже не верится. Тут так классно. Дом просто чудесен, я знаю. Мам, можно мне выбрать комнату? Да, но только после твоих сестер. Они старшие, поэтому выбирают первыми. 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 Эй, девочки. Кристофер, поздоровайтесь с пастором Кингсманом. Все это благодаря ему? Ну, я бы так не сказал. Думаю, в наш город вас привели высшие силы. Это точно, слава богу. Приятно познакомиться, девушки. Взаимно. Пошли наверх. Не толкай меня. Я помогу. Хватит. Мне тут нравится окно. Эта комната клевая. Я первую видела, она моя. Слышал, что мама сказала? Я старше, мой выбор первый. Второй. Лучше второй, чем третий. Что? И третьего не получишь. Черт. Дай угадаю. Да? Моя? Большое спасибо. Это невероятно, все такие приятные. Кухня потрясающая. Я рад, что вам нравится. Я не важный повар, так что верю вам на слово. Вы сами его приготовили? О, нет, нет. Миссис Гордон. Она знаменита своими тортами. О, выглядит аппетитно. Выглядит аппетитно. Да, прямо тает во рту. Ну что, Дэн? Может, не будем тянуть резину и уже завтра поставим тебя на кафедру? О, божечки, Дэн! Я не уверен, что уже готов. Знаю, это слишком быстро, но народу не терпится познакомиться с новым пастором. Ну, это большая ответственность. Уверена, они будут скучать по вам? Да нет, я тут уже 100 лет. Они готовы к переменам? Нет. С нетерпением жду отставки. Думаю, тут давно пора влить свежую кровь. Давай же, милый. Что скажешь? Не будем тянуть резину. Хорошо. Ну как дела с проповедью? Нормально, хорошо. Обычная битва. Как девочки? Хорошо. Ты все сделал правильно. Дом идеален. Почти все распаковала. Смотрится так здорово. Я рад, что ты счастлива.
Переезд всегда тяжело дается детям. Да, я знаю. Новая школа, новые друзья. Они привыкнут, ты же знаешь. Думаю, им понравится. Да и выбор у нас не богат. Нет? Нет. Над нами большой начальник. Это он тебя сюда призвал. Пока мы вместе, это все. Остальное не важно. Я даю 2 года. Что, слишком мало? Тогда 10. 10 лет? Ты шутишь? Нет, они живут около 45 дней. Сильные живут чуть дольше 60. 10 лет. Они бы посидели. Да, пожалуй, 10 лет для муравья многовато. Да. Ребекка, думаешь, я заведу здесь друзей? Ты шутишь? Ты? Мистер Обаяние? Конечно, ты заведешь здесь друзей. Только подумай, сколько знает городской пацан по сравнению с этими ребятами. Мэри? Солнышко? Ребят? Они здесь? Мэри, подойди сюда, пожалуйста. Что? Привет. Убери это. Выключи свет. Сегодня наша первая ночь здесь. Я хотел кое-что сказать. Давайте. Это большая перемена для нас. И мы с мамой хотели бы, чтобы вы знали, как мы ценим вашу любовь и поддержку от каждого из вас. В городе у нас была прекрасная жизнь. Но я верю, что Господь призвал нас сюда. Меня не призывал. Ну ладно, ладно, призывал. Хорошо, теперь возьмемся за руки. Отец Небесный, спасибо, что защищаешь нас в нашем долгом путешествии. Просим защищать нас и направлять. Доброе утро. Подождите нас. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Перед тем, как начать, я пообещал мистеру Робертсу, что я напомню, что нам еще требуются добровольцы для помощи в подготовке завтрашнего летнего фестиваля. Так что, если у вас есть свободное время и вы хотите протянуть руку помощи, обратитесь к Карлу после службы. Прошу садиться. Я провел много лет с вами. И мне хотелось бы верить, что после всех этих лет мы стали общиной любви и веры. И также мне хотелось бы верить, что мы научились доверять друг другу. Доверие — очень забавная штука. Она требует абсолютной, безоговорочной веры, чью-то душу. Но это не просто вера. Доверие также обязывает человека делать все от него зависящее,
Так что я прошу вас довериться мне еще раз. В этот день, когда я готовлюсь вас покинуть. Сегодня мы приветствуем Брэмфордов, пастора Дэна, его прелестную жену Венди и их трех красивых детей. Они все присоединяются к нам. Я верю, что вы выкажете им ту же любовь и милосердие, которые выказывали мне много лет назад. Брэмфорды пожертвовали многим, чтобы быть здесь, с нами. Так поприветствуем их с открытыми сердцами и распростертыми объятиями. Пастор Дэн, ваша паства. Спасибо. Спасибо. Спасибо, пастор Кингсман. И доброе утро всем. Доброе утро. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за то, что столь тепло приняли меня и мою семью. Когда мне впервые предложили стать вашим пастором в Столле, мы с женой Венди сомневались, стоит ли перевозить семью через полстраны. Стоит ли оставлять позади понятную и привычную жизнь? Готовы ли мы к новому приключению? Но во время сомнений, когда нужно принять важное решение, я полагаюсь на Господа, что Он направит нас, что у Него есть план для нас. Я думаю, моя вера была как камень. Как в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 24, который я хотел бы вам зачитать этим утром. «Итак, всякого, кто слушает слова Мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке». Очень приятно. Очень приятно. Благослови вас Бог. Спасибо. Не твое? Что? Ну, все это. Я видела тебя в церкви, ты не пел. И ушел во время службы. А тебе можно сказать то же самое. Похоже, тебя больше заботило, чем занят я. Ну, возможно. Но лишь потому, что было очевидно, что это не твое. Да, ты права. Не люблю я петь. Да и службы меня тяготят. Без обид для твоего отца. Никаких обид, поверь. Я видел тебя и твою семью, когда вы приехали в город. Полагаю, вы все видели Мейсона. Мейсона? Это тот фермер? Да. Да, фермер. Значит, это ты тот парень с барашками. Точнее, с овечками. Что ж, чистая работа. Надеюсь, еще увидимся в городе. Да, клево, было бы здорово. Чистая работа, идиотка. Очень сомневаюсь, что все твои вещи распакованы, а комната прибрана. Мам, перестань, я голодна. У нас есть еда в доме? Голодна? Ну, есть кое-что, уверена, ты справишься. Мои вещи распакованы. Но насчет уборки, я так и думала. Ты же знаешь, я ненавижу бардак. Расслабься, всего день прошел, это просто коробки. Выдохни. Выдохну, когда мне поможешь. Да. Так, нам нужен план побега. Клянусь, если она еще раз пристанет с распаковкой, я ее убью. Я серьезно, нам нужен план. Это в тот раз, когда ты сказала маме, что мы собираемся переночевать у Сони Розы, а сами пошли на концерт Stone Roses. Да, стоило рассказать об этом Сони Мартин. Почему-то я получила все шишки. Я отхватила побольше тебя и сидела дома 2 месяца. Помнишь? Потому что я должна была быть разумней. Да, ты должна была быть разумней. Эй, а что ты ешь? Я умираю с голода. Арахисовое масло и джем нашла в столе.
Звучит аппетитно. На твоем месте я бы не стала. Мама сказала, что припасла его на ужин. Наш первый семейный ужин в новом доме, бла-бла-бла. Прошу тебя. Нет, серьезно, ты же знаешь маму. Мне не надо, спасибо. Но когда тебя прибьет мама, заберу твою лиловую кофточку. Ладно. Как вкусно! Ты в порядке? Мэри! Черт! Господи! Ты как? Что это было? Понятия не имею. Поверить не могу. Знаю. Дерьмо. Черт. Привет. Что ты тут делаешь? Я же говорил, что хочу взять тебя погулять и показать кое-что. Ах, да. Просто не думала, что сегодня. Ты сегодня занята? Да нет. Проходи. Что случилось? Ты не представляешь. Кто кладет зуб в торт? И не говори. Я себе небо поранила. Это один из тортов миссис Гордон. Приятная старушка, но ей уже почти 95. Тебе повезло, что еще чего-нибудь не оказалось. Повезло? Ну вот, торта нет. Ты готова погулять? Иди, Бекка, я в порядке. Иди сбегай. Уверена? Да, все нормально. Я немного шокирована, но все в порядке. Хорошо. Пока. Знаешь, не то чтобы мне не нравится. Все классно. Но в городе вообще есть какие-нибудь развлечения? Тут тебе не мегаполис. Я знаю, но должно же быть хоть что-то. Вообще-то нет. Ну, может, тогда дашь мне шанс самой что-нибудь придумать? Пожалуйста. Валяй. Thank you.
Давно ты уже здесь живешь? Не знаю, давно. Значит, ты уже привык к деревенской жизни? Нет, к этому нельзя привыкнуть. Разве что приспособиться. Я не горела желанием переезжать сюда, но здесь вроде как мило. Добрый день. Здравствуйте. Пожалуй, пора проводить тебя домой. Что? Я думала, нам весело. Дело не в этом. Да брось! Просто уже поздно. Не хочу, чтобы твои родители волновались. Ноа! Ноа! Тебя ищет пастор Кингсман. Скажи ему, что я скоро приду. Ты нужен ему немедленно. Мне пора домой. Домой? Ты живешь с пастором Кингсманом? Ноа! Объясню позже. Вы найдете дорогу домой, юная леди? Да, конечно. Ноа? Ноа? Выбор сделан? Ноа? Я знаю, тебе, наверное, страшно. Но ты справишься. Ты готов к этому. Ты сможешь, сынок. Я вам не сын. И вы не представляете, каково мне сейчас. Ты прав. Я и представить не могу, каково тебе. Но ты знал, что этот день придет. И нельзя допустить ошибки ни одной. Смирись перед Господом, Ноа. Мы его рабы. Мы исполняем его волю. Мы не должны подвергать сомнению то, что лежит за пределами нашего понимания. Забудь о своих слабостях. Он придаст тебе сил. Не приближайся к ним. Никому из них. К ней. Вот. Кто? Младшая сестра Мэри. Вкусно? Очень вкусно. Привет, дорогая. Я оставила тебе тарелку в духовке. Как прошел день? Развлекалась? У Ребекки есть бойфренд. Он мне не бойфренд. Надеюсь, нет. Ты знаешь его всего пару часов. Где Мэри? Наверху. Ей весь день не здоровится. Ладно, без проблем, не беспокойся. Я оставила твою тарелку в духовке. Думаешь, это смешно? Блин, ты хреново выглядишь. Спасибо, я просто разбита. Как рот? Нормально.
Как свидание с Ромео? Нормально. Пока не появился этот сраный Мейсон и не забрал его домой. И догадайся, куда? Он живет с Мейсоном, с пастором Кингсманом. Что? Да, вот именно. И это странно. Мило, но странно. Ладно, давай про хорошее. Мне сейчас трудно переваривать странное. Ты же знаешь, что теперь у нас отдельные комнаты? Извини, я просто так устала. Не подумала. Ты прошла весь коридор, бедняжка. Эти твои шашни снова выбили тебя из колеи. Ага. Тебе уже лучше? Да, немного. Но мне надо выйти из этого дома, так что давай вставай. Погуляем в городе, найдем парней. Я хочу повеселиться. Что ты делаешь? А что, красиво же? Нет-нет, вообще-то совсем некрасиво. Фу, что с печеньем? Вообще-то они к празднику, если ваш отец еще все не испортил. Эй, полегче, я стараюсь как могу. Дорогой, фу. Не учи его плохому. Ничего плохого. Его вырвет. Ты уверена, что справишься? Да я в порядке, просто трудно есть. Ладно, но я хочу на улицу. Это шедевр. Знаю, это шедевр. Я слежу за тобой.
Я собираюсь в парк с пастором Кингсманом. Это очень хорошая идея. Пастору нужно быть с народом. А можно мне с Мэри тоже в город? Мы хотим прогуляться. Значит, мне никто не поможет? Нет, нет. Ладно, возьмите брата и дайте ему других печенек. Ну ладно, тогда пошли. На улицу, на улицу! Ладно, девочки, найдите себе применение. Помогите людям. Хорошо, папа. Здравствуйте. Здрасте. Пастор, как поживаете? Рада вас видеть. Хочешь помочь? Отлично. Неплохо. Симпотный вроде. 10 секунд. Тебе потребовалось всего 10 секунд. Это дар. Привет. Что делаешь? Я Мэри, а это моя сестра Ребекка. Милашка, заткнись. Давно здесь живешь? Привет. Почему это мы прячемся? Привет. Мы не прячемся, но разве что чуть-чуть. Хочешь уйти отсюда? Вообще-то я хотел тебе кое-что показать. Прямо сейчас? Да. Можно? Да, конечно. Только скажу Мэри. Хорошо. Ну что, уже поцеловались? Нет. Он такой классный. Хочет меня увести. Отлично. Можешь меня прикрыть? Могу, но не бесплатно. Ладно, ладно. Хоть одно из нас получается. Ладно, спасибо. Привет. Привет. Это жутко? Что жутко? Уехать от всего. Далеко от дома. Родители кажутся такими счастливыми. Думаю, они устали от города. А ты? Я? Я в порядке, наверное. Это непривычно, но нормально. Просто нормально? Куда мы идем? Увидишь. Хорошо. Значит, ты завел меня сюда лишь для того, чтобы показать старую ржавую башню? Это гораздо больше, чем старая ржавая башня. Серьезно? Да, серьезно. Я хочу тебе показать, но если ты боишься... Чего? Это шатка старой лестницы, которая возвышается метров на 30? Да ладно. Давай! Что, коленки трясутся? Давай же!
Боже мой! Вот это красотища! Я же тебе говорил. Сюда я прихожу, когда хочу убежать от всего. Это особенное место. Ты не обманул. Это потрясающе. Отсюда видно все. Словно весь мир там. Мир и есть там. Ты же поняла, о чем я. Спасибо, Ноа. За что? За то, что привел меня сюда. Я поняла, что это место для тебя значит. Я рад, что тебе нравится. Так ты останешься здесь, в городе? О чем ты? Я здесь живу. Нет, я знаю, что ты живешь здесь. Просто подумала, раз твой отец ушел в отставку, вы... Мой отец? Пастор Кингсман. Кингсман мне не отец. Он не твой отец? Но ты же живешь с ним. Прости, это не мое дело. Нет, все нормально. Когда я потерял семью, Кингсман забрал меня. Он строгий, но хороший человек. У меня такое чувство, что он не хочет, чтобы мы встречались. Почему ты так говоришь? Ну, было странно, когда вчера тебя забрал Мейсон. А сегодня ты прячешься от него. Просто мне кажется, я ему не нравлюсь. Дело не в этом. Просто излишняя забота. Он не очень одобряет свидание. Значит, это свидание? Я просто шучу. Там внизу кто-то за нами наблюдает. Где? Нам лучше спуститься. Почему? Кто это? Не знаю. Пошли. Лучше здесь не оставаться. Думал, я не узнаю. Ты собирался предать нас. Я этого не позволю. Мне что, просто смириться с этим дерьмом? Господи, Ноа, ты знаешь, на что он способен. Почему мы не можем его остановить? Это Божья воля, а мы рабы его. Мы должны делать все, что можем. Ты, ебаный лжец! Перестань быть таким детем! Да, мы лгали. Да, мы рассказывали сказки. Сказки об ангелах, которые спустятся с небес и сразят демонов, отправят их в ад и защитят нас всех. Нет никаких ангелов. Есть только мы. Ты знаешь, что нужно сделать, и я должен знать, что ты это сделаешь. Другого пути нет. Неужели их никак нельзя спасти? Выполни свою часть. Боже мой, здравствуйте! Мам, я отойду, ладно? Тебе нравится, правда? Ладно, иди поиграй с другими детьми. Ладно, мам, не уходи далеко. А мы отметимся. Думаю, лучше сделать это на заднем дворе. Привет, как у вас дела?
Мы соседи. Очень приятно. Здравствуйте. Привет. Рад знакомству. Получилось. Отлично. Хочешь попкорна? Попробуй, давай! Пошли отсюда. Пап, пожалуйста. Давай же, давай. Серьезно? Давай, давай. Видишь его где-нибудь? Кого? Ты знаешь кого? Ноа. Нет, но он сказал, что придет, так что я не беспокоюсь. Что думаете? Не такой уж отстой. Да. Есть какие-нибудь клевые игры или что-то такое? Да, конечно. Пошли. Ладно, посмотрим. Круто, почти попало. Ладно, ладно. Блин. Хреново бросаете. Заткнись, ну, все веселье испортил. А разве не ты должен был выиграть нам приз? Может, он не умеет бросать мяч? Точно. Сейчас я вам покажу. Ну, простите. Нифига себе! Может, и умею. Даже не знаю. Нет? Давай присядь. Мне не надо, спасибо. Нет, мне тоже. Спасибо. Мило. Давай ты, Мэри. Не, я не хочу. Я пить хочу. Хотите взять напитки? Звучит здорово. А еще я хочу тех пирожков. Еще бы. Заткнись. Видишь, такие счастливые. Им тут самое место. Знаю, как рыба в воде. Что вам, ребят? У вас есть пирожки? Конечно. Можно мне один, а тебе? Ты хочешь? Или что-нибудь выпить? Нам 3 лимонада, пожалуйста. Значит, я буду лимонад. Эй, ты в порядке? Что? Да. Держи. Спасибо. Ребят, пошли. Ага. Ты в порядке? Что случилось? Все нормально. Думала, что мне лучше, но, наверное, нет. Ты плохо выглядишь. Не, нормально, мне лучше. Я проблевалась. Я отведу тебя домой. Нет, нет, веселитесь. Нет, Бекка. Вы отлично проводите время. Я в порядке, серьезно. Я пойду. Я отведу тебя домой. Я в порядке, просто хочу. Ты уверена? Да, да, веселитесь.
Что? Какого хера вы творите? Не знаю, что вам нужно, но, пожалуйста, просто отпустите меня. Что это? Что вы делаете? Черт! О боже! Что это? Что за херня происходит? Пожалуйста, помогите! Пожалуйста, боже! Пожалуйста, на помощь! Что вы делаете? Что за херня? Помогите! Пожалуйста, помогите! Пожалуйста! О боже! О боже! О боже! Боже! Боже. Пожалуйста, помогите. Я не понимаю, что это все значит, но прошу вас. Пожалуйста, развяжите меня. Я ничего не сделала. Пожалуйста. Пожалуйста, я ничего не сделала. Пожалуйста. С моей кровью врата открытые. Это твоя работа, Господи. Передаем ее бессмертную душу на твое вечное попечение. Помогите! Ее тело достанет сосудом для его работы. В ее смерти и да будет наша жизнь. В ее страдании. Помогите! Да обретем мы покой. Кто-нибудь, пожалуйста, услышьте! Аминь. Появись и прими свою жертву. Нет! 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 Джимми, тихо. Немедленно. Эй, все идемте отсюда. Дэн? Дэн, Венди. Мэри, что такое? Что произошло? Что произошло? Она сидела одна.
Солнце, найди свою сестру. Бекки! Она будет в порядке. Просто отведите ее домой, уложите в постель. Дорогая, как ты? Ты в порядке? Я должен сказать тебе кое-что. Что? Бекка? Бекки? Что? Кажется, Мэри больна. Тебя мама зовет. Что случилось? Не знаю, ей нехорошо. Давай, пошли. Я понимаю. Иди. Что случилось? Что случилось? Мила, она должна была быть с тобой. Ей нехорошо. Но все будет хорошо. Просто ей не здоровится. Ладно, солнышко, пойдем наверх. Присмотри за братом. Эй, давай посмотрим телек. Алло? Пап, это тебя. Хорошо. Давай, милая, почти пришли. Алло? Это не может подождать до завтра? Хорошо. Хорошо, понимаю. Кто звонил? Мне надо в церковь. Что, сейчас? Для чего? Я не знаю. Кингсман сказал, что я ему нужен. В такой час? Ты не можешь? Твоя дочь больна. Да, но он сказал, что это срочно. Дорогой, я... Как она? Ей нехорошо, вся вспотела, но жара нет, я не понимаю. Ладно, это ненадолго. Эй! Эй! Пастор Кингсман? Пастор Кингсман, вы в порядке? Надо было увести вас отсюда. Это требует времени. Немного, но все же. Боюсь, я не понимаю. Не понимаю, времени для чего? И от чего меня нужно увести? Нет, Дэн, ты понимаешь, ты все понимаешь. Ты исполняешь его волю. Ты хороший человек, Дэн. Ты такой хороший человек. И мне так жаль. Мне очень жаль, что это должно произойти с твоей семьей. С тобой. Твоя бедная дочь. Совсем еще юная. О чем вы говорите? Господи, дай нам сил выполнить то, что должно. Верь. Это его воля. Верь. Верь, Дэн.
Мам, я схожу, проведаю Мэри. Да, хорошо, сходи. Спасибо. Мэри? Мэр? Мэри? Мэр? Мэри! 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 Ты в порядке? Мэри! Мам! 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 Что случилось? Я не знаю. Мэри, дорогая! Мэри! О, Боже, помоги мне! Кристофер! Милая, вставай! Кристофер! Давай, Мэри! Кристофер, звони 911! Все хорошо. Иди! Кристофер, быстро! Давай, солнышко! Боже, о, Боже! Господи, мам! 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 Милая! Мам, что происходит? Я не знаю, детка, я не знаю. Кристофер! Милая моя! Господи, отведем ее в постель. Хорошо, помоги мне. О, Мэри. Пойдем, детка. Кристофер! Девочка моя. Мам, что? Ни один телефон не работает. Что? О чем ты? Мам! Иди в церковь и приведи отца. Приведи отца. Я тоже хочу пойти. Ладно, возьми брата. Иди, быстрее. Бекка, подожди! Давай! Бекка! Надо бежать. Давай, надо привести папу. Я не могу так быстро бежать. Просто не бросай меня. Я никогда тебя не брошу, ясно? Нам просто нужно привести папу. Что это? Я не знаю. Давай, надо бежать. Не отставай. Сюда. Папа! Папа! Откройте! Папа! Папа, ты там? Что ты здесь делаешь? В сторону. Папа? Подожди здесь. Папа! Господи, папа! Папа, ты цел? Ты в порядке? Да. Ноа! Кингсман. Ты в порядке? Что? Это был Кингсман. Что? Где мама? Она дома. Надо идти. Надо идти сейчас же. Ты в порядке, пап? Да, да. Смотрите, что это? Такие знаки на каждом доме. Господи. Нам нужно попасть домой. Мэри.
Милая. Мэри. 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 Сладкая моя. О, Господи. Мэри. Подожди здесь. Тебе туда нельзя, слишком поздно. Что ты делаешь? Пап! 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 Тебе туда нельзя, Ребекка. Прошу, поверь мне, вы здесь неспроста. Отвали ты! Вам нужно уезжать. Черт побери, Ноа! Отпусти, Ноа! Слишком поздно, их уже не спасти. Слишком поздно, их Папа. Уже не спасти. Садись в машину. Ребекка, пожалуйста, сядь в машину. Есть кто? Венди. Венди. Дорогая. Дорогая. Венди. Венди. Мэри. Заводи машину. Папа! Едем! Заводи машину! Пап, что происходит? Это Мэри? Быстро, в машину! Папа! Увози их! Найди помощь! Найди помощь! Уезжайте! В машину! Папа, нет! Уезжайте! Папа! Папочка! Что ты делаешь? Нельзя их здесь оставлять! Мы должны ехать! Ты понятия не имеешь, что происходит! Папа!
Кто бы ты ни был, пожалуйста, покинь мою дочь. Во имя нашего Спасителя Иисуса Христа, изыди из моей дочери. Изыди из моей дочери. Мэри? Мэри? Милая? Папа? Останови машину. Нельзя. Останови немедленно. Это не твоя сестра. Останови чертову машину. Почему мы остановились? Не надо, едем дальше. Ребекка, послушай меня, она больше не твоя сестра. Что за херню ты несешь? Что это значит, Ноа? Что происходит? Садитесь в машину. Садитесь в машину. Пожалуйста, вернись в машину. Я все тебе расскажу, но сейчас вернись в машину. Что? Ты все знаешь? О боже, ты причастен? Ребекка, прошу тебя, вернись в эту ебаную машину. Вы избранные. Избранные? Да. Вся твоя семья. Вы избранные. Мы все. Я не понимаю. Мы не хотели. Всю мою семью прислали сюда, как и вашу. Вы приезжаете и думаете, что все идеально, а потом вас имеют во все щели. Тебя и твою семью, блядь. Вот что происходит, если они узнают, что я тебе рассказал. Кто они? Пастор Кингсман? Кингсман всего лишь смотритель. Он лишь выполняет указания. Это место, проход, за которым ад. Мы стали частью этого великого плана, над которым мы не властны. Я лишь знаю, что однажды проход откроется, и у нас будет лишь одно задание. Запереть его. Прости. Я пытаюсь вас спасти. Пожалуйста, поверь мне, ты должна вернуться в машину. Нам нужно уезжать. В машину! Кристофер, помогите! 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 Кристофер, она идет! Помогите! Она идет, Кристофер! Что ты делаешь? Кристофер! Нет! Она идет, Кристофер! Помогите! Впустите меня! Помогите! Пожалуйста! Помогите! Пожалуйста! Впустите меня! Помогите! Помогите, пожалуйста! Пожалуйста, помогите! Thank you.
Что мы будем делать? Продолжать смотреть. Господи. Вот она, вот она! Кристофер внутри. О, Господи! Он там будет в безопасности? Прости, но ты не можешь здесь остаться. Пожалуйста. Почему? Почему вы мне не поможете? Почему вы мне не поможете? Прости, но тебе придется уйти. Пожалуйста, нет, нет! Прости, ты пожалуйста. Должен уйти. Прости. Пожалуйста. Прости. Пожалуйста, нет. Нет, пожалуйста. Пожалуйста, нет, не делайте этого. Прости меня. Не выгоняйте меня туда. Кристофер! Крис, прости. Пошли, пошли в машину. Давай, давай. Быстрее, вот так. Она идет, поехали! Все будет хорошо. Ты в безопасности. Куда ты едешь? Нужно остановить кровь. Господи, все хорошо, Крис. Все хорошо. Не глуши машину. Что? Если оно придет, пообещай, что уедешь. Но, Ноа! Ребекка! Пообещай, прошу тебя. Ну, а я обещаю. Пожалуйста, только не бросай меня. Все хорошо. Все будет хорошо. Все в порядке. Все хорошо. Хорошо. Все хорошо. Все нормально. Происходит. Нет, нет. Нет, нет, Кристофер, нет. Нет, нет, Кристофер, вылезай. Ребекка, Ребекка, Кристофер. Нет, Ноа, нет, Кристофер, Кристофер, Кристофер. Нет. Кристофер! Нет! Кристофер! Прекрати! Отвали от него!
Кристофер! Я должен защитить тебя. Я знаю место, сможем спрятаться до утра. Где? Сюда. Боже, почему ты это делаешь? Прости. Он делает то, что ему велит Господь. Мы должны закрыть врата и покончить с этим. Иначе тьма затмит свет, и мир захватит он. Так было всегда. Другого пути нет. Мы должны закрыть врата.
Yeah.